Всем привет! Мы продолжаем проходить Герои Меча и Магии 7, кампания «За Лигу Теней». Первая миссия. Мне продолжать мою историю, милорд? Давайте посмотрим. Да, конечно, я слушаю. Итак, мы продолжаем сеять кругом раздор, и у нас еще куча невыполненных заданий. Нужно перебить отряд сильванов, имперских торговцев, древних энтов, и еще устроить диверсии в шахтах, принадлежащих магам. А вот все эти тут у нас точки на карте отмечены, везде нужно побывать. И также у меня все герои норовят водить в западню, поскольку с эльфами мне еще сражаться рановато, я еще слишком слаб для них. Так, вернусь тогда я себе в подземелье. Так, здесь у нас Малвин захватила недавно лесопилку, и мы идем откуда-то сюда. Так, в городе, в нашем небольшом городе, мы уже можем построить. Так, что мне важно, руда или сумрачная сталь? Забавно, что у меня ни с кем проблем особых нет. Пусть будет сумрачная сталь, все-таки она по цене. Так, нападаем на орков. Нужно тут получить бонус. Отлично. Точнее, не слишком отлично. Отлично в том плане, что максимального уровня мы тут достигнем после боя. Так, минотавров надев. Хотя вот я сделаю так, что у меня тут. Так, Малвин у нас маг. Молния тут у него появилась недавно. Восстановление, не знаю. Восстановление, возможно, минотаврам пригодится. Так, боевой дух на 20. Отчаяние, слишком, не слишком пользуюсь отчаянием. Так, ладно, молния у нас 100-200 отнимает, да? 4-8 орков погибает. Минотавра, как обычно, в гущу событий. 140 у него хп. Так, 7-10. В принципе, можно вот этого добить, как бы. Можно вот этого ударить. Блин, надо было того бить. Ну ладно. Молнии продолжаем фигачить. Так, и есть возможность. Так, ну ладно, давайте вот этого ударим. Ух ты, 56, кстати, они. Тут у меня, возможно, одного. Блин, минотавра-то убьют, да? Так-то вот ментаров терять не очень-то желательно. Попробую-ка я переиграть пожелатый бой. Так, вот немного по-другому я тут походил. Ослабил вот этих ребят. Чтобы они не сильно били. Так, и сейчас мне вот надо, наверное, обратку снять с этого. И его ударить. А вот с этим-то придется, я думаю, разобраться магией не иначе. Попробуем так. Минотавры, они даже ценнее, чем стрелки, так что их терять ни в коем случае нельзя. Так, и вот это часто без контратаки будут атаковать. И, кстати, не минотавра он бил, так что нормально. В принципе, удачно получилось. Mm-hmm.
Все, получили максимальный уровень. Больше Малвин качать здесь не придется. Так, агония, сумеречный образ. Не знаю, у меня этих заклинаний так-то нет пока что. Так, кстати, заклинание-то имеет смысл изучать. Потому что у меня эти герои перейдут в другие миссии. Возможно, заклинания перейдут вместе с ними, я надеюсь. Так что... надо все по максимуму тут изучить. Так, здесь ты уже побывал, да? Туда тебе серьезная угроза, еще рано идти. У тебя есть портал в город? Есть у тебя портал в город. Давай, возвращайся в город. Посиди там денек до конца недели. Так, стоп, а мне что-нибудь построить можно? Тут 2500 стоит, да? Ну ладно, на этих ребят у меня денег пока нет. Я их не буду заказывать. Лучше вот улучшу. Да. Чертоги шепота, что там? Безликих. Ладно, тогда я улучшу троглодитов. Вот они, ребятки, уже побежали, да? Возможно... возможно, кстати, будет осада. Но я что-то не знаю, как осаду буду держать против этого монстра. Где они там? Сколько у него? Смертельная угроза, да? Очевидно, что я ее не убью никак. Что у меня там есть-то? Так, укреплений у меня вообще тут нет никаких. Только гильдия магов одна. Чертоги. Почему-то не дали мне укреплений. Зал героев, кстати, вот. Ну ладно, сейчас подумаю пока, что делать. Пока продолжаю исследовать. Так, золотишко. Золотишко мне сейчас как никогда нужно. Все, опыта больше нет. Опыта больше не будет. Так вот он пошел, да? Кстати, у нее тоже есть возврат в город, так что, если что, можно будет выставить ее на защиту. Все-таки у нее магия. Может быть, как-то поможет. Так вот, я могу здесь, кстати, сквозь портал пройти и вот забрать вот этих ребят. Тут надо восстановить мост. У нас пещера, сокровище какое-то. Ладно, пойду восстанавливать мост. Ты у нас тут сейчас будешь обороняться, да? Надеюсь, не дойдет он за один ход тогда. И она до сюда, наверное, не доберется за один ход. Да, кругом подстава, кругом подстава. Ну, вот, кстати, лабиринт нужно построить. 5000. Мне сейчас надо денег на солдат накопить немного. Буду я. Ух ты, он не пошел на меня атаковать-то. Почему-то он решил пройти мимо. Не знаю почему. Стражи Йончала. Так, вот если просто посмотреть, куда он пойдет дальше. Он пойдет вообще какую-то... да. Просто я хотел узнать, куда он пойдет. Ну, сейчас, возможно, переиграю я этот ход, и он пойдет в другую сторону. Кстати, тут мне еще надо будет посетить. То он отсюда выйдет. Невозможно добраться, да? Подождите, а Шеласа, а что я посетил тогда, если не Шеласа? Блин. В общем, из-за этих постоянных перезагрузок сохранений я забыл, что я не посетил вот этот алтарь Шеласы. Придется мне возвращаться теперь, чтобы его посетить. Так, здесь у нас надо воинов бы набрать. Перед концом недели минотавров, я думаю, построю. Сейчас пока мне важны какие-нибудь отряды. 3 и на оставшиеся деньги вот этих ребят. Так, и вот у меня еще вот эта область не разведана. Так, этот за мной не побежит, надеюсь. Я уйду лучше в следующий ход. Или вообще не уходить.
Возврат в город, если что есть. Не трачу, пока коплю на минотавров. Так, что у нас тут? Колодец. Здесь у нас проход вниз. Похоже, что... Ну, тут, кстати, тут воины присоединяться хотят. Неплохо, неплохо. Так, все, строим минотавров. Теперь у нас будет постоянный прирост минотавров. Забираем к себе вот этих ребят, ассасинов. Что за артефакт? Герой получает 1 единицу мана за каждые 2 единицы мана, потраченные вражеским героем во время боя. Да ну и ерунда какая-то. Что мне эта мана? Так, тут золото, тут у нас поселение. Ну, перед концом недели очень хорошая примета захватывать поселение перед концом недели. Поэтому мы это и сделаем. Ассасины. Вот этих я не буду брать, потому что они не улучшенные, только место занимать будут. Хотя, в принципе, обратку снимать. Почему нет? Так. Лидерство, мастер. Покров шеласы. 4 к атаке и плюс 10 к удачам. Нормально. Тут у нас... Ага, понятно. Покров шеласа получат мои союзники, точнее мои отряды, если они не получат урона в течение раунда. Это вот все магические артефакты, это мне надо все Малвин сюда тащить. Да. Ну, придется... разгребать этим посещалось. Все, идем. Делается 4. Сразимся самостоятельно лучше. Там, наверное, можно меньше сделать потерь. Когда потери немного, я не против, а вот... какие-то дикие цифры появляются. Это уже ненормально. Так, ну что, у тебя магия-то появилась какая-нибудь? Нет, вообще у тебя магии нет. Похоже, не будет. Смертельный удар. Так, ну что, обратку-то снимать будем. Наверное, не стоит тратить сейчас эту... война на такую ерунду. Так, справимся, в принципе. Ну, нормально. Ворон получает новый уровень. Итак, что мы тут изучим? Если враг не ответил на первую в раунде атаку дружественного существа в ближнем бою, существо атакует цель еще раз. Ладно, тогда... А, подождите, на все способности изучить. Все понятно. Рано еще мне отбрать ультимейт. Так, в конце раунда... Да, все правильно. Берем этот скилл и идем дальше. Так, ну и огненных элементалей. В принципе, нормальные потери. Тем более, что у этих элементалей есть способность взрыв. Такое огненное АОЕ. Так что не буду я спорить с этим расчетом. Верно, тут низкая угроза. Что у нас в городе, кстати? Могу построить вот этих ребят. Отлично. Конюшни тут
нету нигде вот. Это плохо. Или была где-то тут, нет? Конюшня. Не, не знаю. Ладно, сейчас не до конюшни. Надо захватить эту шахту. В любом надо самостоятельно сражаться. Что-то опять мне там какие-то цифры вырисовывают нереальные. И посмотрим, что можно сделать. Лететь они будут два хода. Так что все в оборону. Кроме, конечно же, стрелков. И забыл я, кстати, про смятение. У меня же этот есть очень полезный скилл, который забирает контратаку у существа. Сейчас мы ему воспользуемся, я думаю. Так, вот у этого контратаку надо забрать. Так, один урон. Один урон, что-то это мало. Да. Ладно, подождем пока. Семь, нормально. 5-8. Что-то так-то мало на самом деле. 6-10. Ну давай. Так, одну верно убрали. С этого обратку снимать, я не знаю, уже поздно. Поставлю вот этого сюда тогда, чтобы... У тебя все равно она пролетит, если захочет. Если захочет, пролетит. Ну ладно, пока вот так вот поставлю, чтобы никто не добрался до моих стрелков. Блин, 27. Так-то это уже не смешно. Ну ладно, тут потери, в принципе, ожидаемо. Все-таки этих виверн куча. 20 там в стаке. Так, можно забрать обратку. Вот в этой заберем обратку. А, подождите, какая обратка нафиг? Что я сделал вообще? Что-то я, в общем, немного затупил снова. Ну ладно. Немного глупо я сыграл этот бой, короче. Не знаю, может быть, переиграю сейчас. Посмотрим. По итогам будет видно. Ну, в принципе, не так все плохо. Больше на этом уровне. В этой миссии героями прокачиваться не будут. Кстати, забавно, что они ограничены 8 уровнем, а против меня-то там герои повыше уровнем гораздо. Так, посмотрим, что мы можем. Что мы можем. Ничего мы не можем тут. Надо денег копить на войска. Метеоритный кратер. И вот этот артефакт мне нужен все-таки или нет? Ну, я не знаю, пригодится, наверное, все-таки. Отдадим его Малвин. Ну, конечно, поражение. И тут-то было. Блин, что-то я переставил. Неправильно. Доктор Ракшаса, по-моему, еще жестче, чем Виверна. Сейчас посмотрим. Как оно пойдет. Так, первый бой, первый раунд, наверное, все в оборону. Хотя, в принципе, можно было идти в атаку.
Что-то далековато. Ух ты, черная шасса. Да, можно было идти в атаку. Так, посмотрим, посмотрим. Давайте начнем бой заново и пойдем в атаку. Не надо стоять. Wait. Сделаем, по-моему, попробуем, по-моему, сделать. Итак. Почему-то урон меньше уже. Наверное, из-за этого. Так, подождите-ка, что-то я опять не так сделал. Что-то я начинаю просто дико тупить с этими ракшасами. Элементарно же бой. Нельзя тратить смятение на дальника, на дальнобойного юнита. Так, снимем братку стандартными средствами, что ли. А смятение оставим на потом. Так, вот здесь можно танка поставить, в принципе. Или пока, блин, нельзя им ожидать. Поставим его вот сюда. Два раза даже атаковал. Так, тут ты ничего не снимешь. Может быть, тебе сюда вот. Один. Да, ракшасы, в принципе, жесткие они. С ними тяжко. Ну вот, благодаря моей способности, без контрудара они... получают два удара за раз. Контратаки не будет. Да, опять я не на того потратил, ну ладно. В принципе, так нормально. Сейчас бы удача хорошо дошла. Двадцать три сразу ракшаса убили, да? Так-то опасно. Могу и, кстати, поражение получить. Ой-ой. Что тут реально поражением-то запахло. Стало попахивать. Да нет, в общем, я думаю, этот артефакт не стоит того. Этот артефакт не стоит того, чтобы за него так драться. Только зря на него потратил время. Маны у меня обычно не кончаются в бою, так что восполнение маны мне ни к чему. Я считаю. Так, ладно, тогда идем мы, не знаю, в город, что ли, вернуться. Город. И у меня магия возврата в город. А, кстати, фортуна появилась. А, и у меня у этого почему-то нет возврата в город. По-моему, было ведь заклинание возврат в город, нет? Мне же не показалось. Что за... Почему оно исчезло-то, я не понимаю. Точно помню, что было. Или меня уже как-то приглючило, что ли. Показалось, что оно было. Принять. Так, ладно. Ребятки, что охраняет-то тут? Плюс дух магии.
Древесина. Ну, древесина у меня полно. Ладно, троглодитами пожертвуем. Дух, магия, магия, конечно же. Хотя дух тоже не помешает, у меня всего 80 маны. Магии-то намного больше, чем духа, да? Ну ладно, в следующий раз будем выбирать дух. Собираем все, что плохо лежит. Так, здесь я смертельная угроза по-прежнему. Призыва элементаля у меня нет, так что я смертельную угрозу-то опасаюсь немного. Так, слегка. Тоже смертельная угроза. Так, что можно тут еще посетить? Конюшенка, кстати, вот она. Так, и сюда вот и стоит идти, не стоит. Этих ребят не убью я. Тут плюс один дух, не посещалось. Ну, скажу за бафом тогда. Пока особо делать нечего. В замке у меня тут прирост минотавров можно улучшить. Или сначала лучше воинов нанять и уйти, потом минотавров. 4. 500 там. Ладно, пока не буду улучшать. Ассасинов найму. Все, и пойду тогда вот в эту область. Поисследую, что там. Это у нас идет за бафом. В городе мне строить, конечно же, нечего, потому что денег нет. Слинг духу получил. Так, на элементали мне тратится, стоит, не стоит, я не знаю. Наверное, нет. И тут еще при защите. А да, тут тупик, похоже, нет. Нет, еще можно тут пройти. Ага, а тут уже тупик. Так, плюс один к дальности перемещения всех дружественных существ под покровом Маласы. Так-то забавно, конечно. Чисто артефакт за Лигу Теней. Вот тут 19 этих танцоров. Ну, попробуем. Вот одного минотавра мне все-таки, конечно, не хочется терять. Попробую сыграть без потерь. Ну, не то, что без потерь вообще. Так, отлично. Да, они тоже жесткие, достаточно как ракшасы. Почти как ракшасы. Так, нет, стоп. Стоп. Вот этих 14 мне надо бы... Наверное, вот... Да. Вот этих ребят я сниму обратку. Да, они такие довольно-таки труднопробиваемые. 4-6. Вот этого я тогда... Блин, почему? Что за бред? Почему нельзя атаковать героем? Что опять случилось, я не понимаю. Что за баг? Почему нельзя атаковать героем? Я героем хочу вот этого стукнуть. Ой, блин, беда прям, я не знаю. Какая-то ерунда. Эти баги. ...73 хп, да, следующий удар будет не очень хороший для моего минотавра. ...10.
Да, все-таки Минотавра я потеряю, наверное. Да, все-таки одного Минотавра я теряю. Ладно, не буду я переигрывать. Бог с ним, с Минотавром. Троглодит у меня он тоже ничего такие. Достаточно жесткие ребята. И беру себе этот артефакт. Отлично. Так, что ко мне присоединиться хотят, да, троглодиты? Можно было сначала их взять. Так, денег у меня, в принципе, уже немало. Увеличика прирост. Так, люди, 8000 лучше. Я прирост минотавров. Увеличу на следующий день, если мне хватит денег. Денег мне хватит, судя по всему. Так вот. Берем себе троглодитов. Надеюсь, сейчас там не напарюсь на каких-нибудь опять смертельных врагов. Продолжаем путешествие. Так, вот печать Силаны. Так, отлично, баф получили. Тут у нас смертельная гроза по-прежнему. Сейчас, наверное, в конюшню зайду. И вернусь в город за подкреплением. А потом пойду уже кого-нибудь наказывать по квестам. Хотя у меня денег сейчас мало. Стоимость улучшения сейчас уменьшена вдвое, с окружением меньше в сторону. Но мне улучшать это не особо есть кого. Так, ну здесь я то, что уже успел поисследовать, мне тут, в принципе, уже делать нечего. Дальше только сквозь гарнизон, сквозь всяких нейтралов проходить. Тут, кстати, можно пройти, но до сюда не добраться. Ладно, давай тогда возвращайся в город. Денег пока нет. Денег немного надо подкопить. Сейчас мы тут пособираем сокровища. Так, элементали земли, блин, они вообще, я их не убью. Даже низкая угроза. Почему низкая угроза? Потому что они медленные. Их же там много. Как с ними воевать-то? Но с другой стороны, мне деньги нужны. Всех я ассасинов 5 потерял. Минотавры остались. Ну, не знаю. Попробую что-нибудь изобразить. Так, фортуну-то на кого кастить? Сейчас они подают поближе и решу, что делать. Они все-таки медленные. В этом мое преимущество, то, что они ходят последними. Итак. Снять обратку. Ну, так он еще и парализован, отлично. Это даже хорошо. С этого тогда будем. Блин, опять вот я не могу стукнуть героем. Ну просто вот я не могу бить героем. Я не знаю, что произошло. Просто не могу бить героем. Ай, блин. Гребаные баги, а. Ну что ты будешь делать с ними? Дебилизм какой-то на самом деле.
сейчас нельзя бить. Просто какой-то бред. Вот этому удачу. Нормально. Не, все равно не могу бить героем. Хоть ты что делай. Фортуна. Фортуна. Минотавру. Достается. Блин, не убил. Троглодиты неплохо держат удар. Неплохо держат удар все-таки они, да? Бесит у них защиты всего. Минотавров 16 защиты. Но по впечатлениям, троглодиты лучше держат удар, чем минотавры. Почему-то. Из-за того, что я не могу героями атаковать, у меня просто скиллы пропадают. Чем я их изучал, если не могу воспользоваться. Или может эти каменные элементали какой-то, не знаю, имеют иммунитет. Ну и что, почему вообще, даже если бы они имели иммунитет, почему я просто не могу их атаковать? Просто нанести урон. По-моему, это все из после патча 1.5, в котором как бы баги-то поправили, но опять добавили новых. Не было раньше такого, чтобы герою нельзя было физатаку произвести. Не может же это быть какая-то особенность компании за Лигу Теней. Так, сундучок. Артефакт я пропустил, да? Свиток цепная молния. Прикольно. Обратном пути что ли взять? Или будет у меня обратный путь, вообще нет? Тоже неизвестно. Так, и что мы тут можем? Ассасинов улучшить или вот этих ребят улучшить? 1600. Придется-таки вернуться за свитком. А, вот возврат в город появился. Прикольно. Не было его, когда в подземелье был. Вот. Открывал же книгу, не было этого заклинания. Сейчас опять появилось. Тоже, наверное, какой-то баг. Это все ненормально. Очень даже ненормально. Не знаю, пока чего жду. Наверное, жду, пока денег побольше будет, чтобы закупиться армией. Это все вот печать Силана тут везде. Кстати, печать Силана, это что у нас закрывает кого? Тех, кого мне надо убить, как раз вот этих энтов в этой священной роще. Она их прикрывает. Значит, надо эту печать обязательно найти. Так, попробую кого-нибудь нанять тогда. Четырех минотавров. Этих ребят надо улучшить. Кстати говоря, у меня неделя улучшений, так что пробую с таким войском что-нибудь предпринять. Да, кстати, у меня тут гильдия магов-то что? Гильдия воров, гильдия магов. Я думаю, на следующем ходу построю гильдию магов и свалю из города.
На еще одну гильдию магов мне потом хватит, да? Значит, придется 2 дня стоять. Что нового? Кстати говоря, что надо изучать там, это Эмелвин? Магию тьмы надо изучать. И плюс еще надо либо магию огня, либо изначальную магию. Магию огня, наверное, попробую, потому что изначальная магия, там призыв элементали хорошее заклинание, но оно слишком читерское, с ним играть даже неинтересно. Я думаю, стоит попробовать магию огня или магию земли. С другой стороны, мне тут нападение вот предлагают. А зачем магу нападение? Зачем ей атака? Все-таки возьму магию огня. А потом возьму магию огня, когда будут скиллы. Это я к тому, что здесь вот магию огня выбрать надо. Тут не особо, конечно, заклинание хорошее. Так, костерок. Опыт мне уже не нужен. В меня уже не лезет просто. Так, 2 уровень гильдии магии. Гильдия магов. Что у нас там нового? Внутреннее пламя. Не так себе магия, конечно. Ладно, пойду тогда я сейчас кого-нибудь прикуплю. Троглодитов прикуплю. И ассасинов, наверное, тоже прикуплю. Буду хотя бы так вот сделаю. Пусть снимают обратку для троглодитов. Даже можно так вот делать. Итак, куда бы пойти? Куда бы пойти? Может быть, сюда сходить? Там я еще не был. У нас что, небольшая угроза. И дальше у нас тут какое-то пространство небольшое. Да, что-то опять много потерь, но опять же мне такие существа попадаются сейчас. Не очень такие толстые. Трудно с ними воевать без потерь. Но я не ставлю себе целью воевать без потерь. Мне главное, чтобы пройти миссию. Вот опять же нельзя атаковать просто, не атакуют он. Что-то сломался герой, короче. Да, обидно, конечно, обидно. Но ничего не поделать. Моя молния. Я думаю, этот свиток вообще на финальную битву какую-нибудь оставить. Когда на меня нападет какой-нибудь крутой герой. Там-то я и заряжу цепную молнию. Так, троглодит. Троглодит. Ну вот нельзя атаковать никак. Ну что ты будешь делать прям этот дурацкие баги. Каменный элементаль пойдет, снимет обратку, я думаю. Раз герой этого делать не умеет. Нормально. Так, 3 убьет, да? Тут 2, тут 2. Я думаю, вот этого лучше. Убил 2 вместо 3, ну ладно. Все еще нельзя атаковать, да? Не нравится мне это, не нравится.
Отлично. Так, троглодиты... А, нет, они ассасина убьют. Ну ладно. Не добегает. Может, боевой дух сработает? Не, не сработал. Контратака. Для кого мне контратаку? Для Минотавра? Снимать. Надо попробовать у Малвин посмотреть, у него тоже атака героем сломалась или... И работает так для интереса. Все, заканчиваем бой. Да, потеряла кучу воинов опять. Отчасти из-за того, что вот это сломалась способность. Так, таинственный склеп. Идет артефакт, но на героя будет наложено проклятие. Вампиры. С вампирами я вообще не хочу встречаться, они страшные. Так. Торговец, не торговец, нафиг не нужен. От кентавров бы я побил. Не буду переигрывать. Даже не буду переигрывать. Лишний раз расстраиваться из-за того, что у героя нет атаки. Я не хочу. Так. На самом деле, как-то после этого патча резко хуже стало играть в игру. Потому что какие-то маги просто на каждом шагу. Если когда я начинал играть больше месяца назад, магов было по ощущениям гораздо меньше. Ну, по крайней мере, они проявлялись меньше. Сейчас просто один за другим идут. Так, тут вот сундучки. Кузня. Поселение надо обязательно захватить перед концом недели. Всех единичек перебили. Так, что улучшить, не улучшить? Наверное, пока не стоит улучшать. У нас артефакт, древесина в день. Только ради сундука их надо бить. Но их очень много тут. Ладно, бог с ним, с Минотавром. Переживем как-нибудь. Так, ты давай-ка там не нарвешься сейчас опять на героя-то смертельной угрозой. Плюс они к духу, тебе нафиг не надо этот дух. Вот он, смертельная угроза. И обсерватория, да? Хорошо. Богиня драконья смерти, богиня драконья смерти. Так, ладно. Увеличили обзор. Так, посмотрим, что тут у нас. Где эльфы? Вот у нас герой. А, это алтарь Силана он охраняет, да? Высокая угроза. Ну, высокая не смертельная, в принципе. И тут смертельная. Поэтому я туда пока не пройду. Паучки с низкой угрозой. Блин, два Минотавра. Попробую улучшить результат. Все-таки два Минотавра это много. У нас там нового полезного их страха, огненная стрела. В принципе, ничего такого особо подходящего под ситуацию нет. Ослабление, блин, рано, наверное. Хотя почему рано? Вот этих двух ребят ослаблю.
Лесину обратку. Минотавра в бой. Вроде бы как они не должны меня с одного удара бить, убивать Минотавра. Эти пауки, так что будем надеяться на лучшее. Блин, не на того, конечно, контратаку он потратил. Сушающий яд мне сколько отнимет? 124 урона, блин. Вот куда делись Минотавры. Да, печаль. А может быть восстановить как-то? Нет, не получится восстановить. Все равно умрет. Тогда... Молния сколько отнимет? 4,7. Не так уж и много. Блин, вот один Минотавр уже погиб. И второй на подходе, судя по всему. 12-17. 14-16. Еще и стрелков сейчас потеряю. Минотавру не везет. Катастрофически не везет. Как бы еще одного не потерять. Блин, чтобы его не потерять, надо убить паука. Какой у него ХП? 96, да? Надо тогда полечить, я думаю. Или он только в начале боя, в начале хода будет восстанавливать. В начале его хода, да? А что сначала будет, восстановление или яд? Интересно вот. Вроде бы восстановление. Похоже, что я спас одного Минотавра от гибели. И двух не уберег. Ничего быть, тому не виноват. Так, посмотрим. 1000 золота. Деревца. Куда идти-то сейчас? Вот этих оленей, что ли, бить? Что они там охраняют? Это какой артефакт? 4 к духу. Так, ну не знаю, пока не знаю. Посмотрим, как пойдет. Все, пусть посидит в городе денек. Мы пока продолжим наше путешествие. Так, древесина, руда мне не нужна. Смертельная угроза тут. У нас грифоны охраняют сокровища. И, в принципе, сейчас ресурсы только... Ах, стоп. Куда-то я разогнался. Тут у нас уже герой. Серьезной угрозой, между прочим. Что-то я чувствую, что я его не потяну. Да, у меня там 100 легионеров. Да, придется возвращаться. Возврат в город-то не сработает, наверное. Все, в общем, драпаем. Да, подождите, а что он не двигается? А он просто охраняет, что ли? Мне как раз его надо по квесту убить, да? Эдрик. Ну, возможно, да. Раз уж он тут этим знаком отмечен, то надо его... Ну, значит, он, если на меня нападать не будет, то я могу там спокойно бегать около него. Я надеюсь на это, по крайней мере. Так. Малвин у нас. Наймет себе сейчас парочку существ. Так, что, опять ассасинов? На убой. Так, куда ее послать-то? Я не знаю даже. Что она может вообще противопоставить сейчас? Плюс 2 к магии. Так, что у нее там за артефакты, кстати?
Вообще ничего нет. Иди-ка вот ты тогда вот это вот плюс 4 к духу возьми. Тут смертельная угроза. Тут, кстати, герой. По-моему, герой бегает, да? Сейчас проверим. Вроде не бегает. Непонятно пока. Бегает или не бегает. Так, тут низкая угроза, я сюда не пойду. Сюда вот мне тоже не надо особо. Вот этих бы ребят, конечно, убрать. Они тут мешаются, стоят. Мне, кстати, можно минотавров улучшить, но мне особо это не принесет ничего. О! Быстрый бой с оленями показал, что... Но оленей, конечно, трудно тоже бить. Ничего тоже не попишешь. Из магии у меня ничего нового не появилось. Молния только. Ну вот, не знаю, эту кучку потом ослаблю. Сначала надо показать, кто здесь главный. Зачем мне, кстати, ждут-то? Они же не подойдут достаточно близко. Блин, это плохо. Теперь я... Ну вот нормально они встали. Нормально встали как раз под ослабление. Возможно, тут стоит деморализацию тоже потом скастить. Так, вот ассасином снимаем обратку. Наверное, вот с этого, да? И с этого. Ну, они даже не насмерть бьют-то. Так что нормально, попробуем прорваться. 2-3. Пять, два, четыре. Блин, убил. Ну, нормально, они сейчас на ассасинов сагрились, похоже, что. Пусть добивают. Так, молния, молния. Блин, она мало мне дает, эта молния. Кстати, отчаяние, вот я на своих-то... Мои воины попадут под него. Или нет? Не, они подадут. Все нормально. Все нормально. Кстати, сейчас минотавра потеряю. 27 хп у него. Осталось. Нормально, контратака сработала. Эх, черт, все-таки потерял одного минотавра. Ну ладно. Не слишком страшно. А то убил оленей. И накидочку себе забрал. Так, все. И мне наверх-то, в принципе, тут бессмысленно идти, да? Тут я везде уже был. Надо бы, я думаю, в одного героя просто уже все сливать, всю армию, и идти в нападение. Да, вот, пожалуй, так и сделаю. Потому что они уже оба прокачаны до максимума. И не имеет смысла особо выпендриваться, так скажем. Кстати, вот сколько мне надо денег, чтобы улучшить минотавров? А, мне недоступно вообще улучшение минотавров-то. Ну, ну чё. Ну что ж, ладно.
Да вот этих ребят лучше. Пока есть возможность. И вернусь в город. Все. Так, я думаю, что... 12 магии воды. Ну все, я тут у меня магические артефакты, очевидно. Все магические артефакты. Поэтому у меня будет идти Малвин воевать. Воевать будет женщина. Следует цепной молнии передать. И вот эту штуку тоже. Просто она будет отлично смотреться. Магии воды, правда, там. У меня магии воды, по-моему, нет. Ладно, посмотрим, как пойдет сейчас. Земляного, не знаю, оставить, не оставить. Куча у меня стрелков. Так, пойдем, значит. Куда мы с тобой пойдем-то? Этих ребят может улучшить. Да ну нафиг, не буду улучшать их. 1500. Лучше ассасинов лучшим. Все про волков. Неделя про волков. Так, ладно. Забираю все, что есть. Точнее, все, что смогу унести. 3500, да ну нафиг. Так. Минотавров обязательно. Все, денег у меня больше не осталось ни на что. Немного этих троглодитов. Вроде, а чё не... Нет. Вот. Все, и пойду тогда я наверх, наверное. Сюда. Начну сверху. Здесь тоже была. Портал. Так, вот этот у нас идет куда-то вот сюда, да? По-моему. И в этот портал лучше. Сейчас посмотрим, куда лучше идти. Блин, нет очков перемещения. Смертельно. Все еще смертельная угроза, блин. Сколько надо войск-то набрать, чтобы не было смертельной угрозы? Это так задумано, что ли? А как тогда мне туда пробраться? Что за магия гребаная? Так, посмотрим, что у меня с квестами. Сильванов перебить. Торговцев перебить. Энтов перебить. Всех перебить. Диверсии в шахтах. Непонятно вообще, как мне пробираться-то туда. В этих шахтах надо диверсии устроить. А печать Шеласа у меня уже посещена, но через этот гарнизон надо пробраться тогда. То есть мне сюда еще рано получается идти. Пойду хоть Этрика убью. Вообще очень странно, конечно. Блин, еще денег не хватило на минотавров. Хотя бы этого Эдрика убью. Хоть как-то продвинуться по квесту. Так, смотрим, смотрим, что получается. Молния. Кстати, у меня свиток там есть. Крутой. Надо будет его при случае воспользоваться. Посмотрим, насколько они близко подберутся. Тут Минотавр доходит. Так, мы будем бить стрелков. Сто легионеров, конечно, тут напрягают немного. Но я думаю, справимся. Каменные элементали сейчас пойдут к
раз с легионеров снимать обратку. Такой вот план. Так, молния, молния. Тут я не добираюсь пока что. Этого, наверное, надо бить. Минотавры, стражи, они, конечно, покруче будут. Так, вот этих, наверное, двигать уже бессмысленно. Сейчас я уже закончу бой. Прячась в тенях, клинки сумели вселить страх в сердца жителей полуострова. Они грабили повозки, оставляя трупы, изрешеченные стрелами сильванов и обезображенные топорами орков. Извечные враги вместе обратились против Империи. Воистину пугающая головоломка для Императора. Торговый пост. Так-то мне надо все это продавать нафиг. Чего я коплю эту древесину? Мне уже строить нечего. Все на золото обменяю. С золотом у меня проблема. Сумрачно стрелит у меня сколько? Так, отлично, 22 штуки у меня есть в запасе. Так, у нас грифона незначительная угроза. И по-прежнему все гарнизоны у меня смертельная угроза, но через них явно не пройти, надо что-то тут придумывать с этими гарнизонами. Не знаю пока что. Так, пойду-ка я вот сюда тогда, вот к этим рудникам, к этим шахтам диверсии устрою. А там видно будет, что делать дальше. Блин, опять куча потерь. Ноги тоже солдаты. Немного страшные. Надо их ослабить по-любому. Иначе с ними сражаться очень трудно будет. У нас есть хисары, они, по-моему, бьют два раза, да? Надеюсь, я сейчас не получу втык. О-о-о. Вот, видали? Анимацию якобы улучшили в патче 1.5, а сейчас вот были просто два удара без анимации абсолютно. Так вот разработчики улучшают свой продукт. О-о-о. Ух ты, минотавров у меня прям разнесли. Но это не очень приятно, конечно.
как 80 царов, они... Нет, ребятки, так нельзя. Так нельзя. Так воевать не получится. Надо что-то другое придумывать. Потому что столько ментавров я терять не могу. Вот этих двух надо ослаблять тогда. Что ли? Молнии не, очень мало сношу. Кстати, что у них нет ответа, что ли? Чего мне не отвечают? Ладно, пойдет тогда так. Пойду вот обратку сниму с этого. Блин, а почему они не убили-то? Блин, из-за ослабления я думал убьют, и минотавры подойдут. Ну ладно. Блин. Да, к ним нельзя и так подходить-то. Я забыл об этом. Они контратакуют тех, кто бьет их союзников. Ну, видимо, тут без потерь минотавров никак не обойтись. Блин, у них еще боевой дух отличный просто. Да, это, конечно, блин. Ситуация такая, что... На, Лик Страха, может, поможет. Так, подожди. Лик Страха. Нельзя, да? Ну ладно, тогда придется. Не знаю, отчаяние, что ли, на них скостить. Дело-то в том, что Гирита у меня маг, но у него атакующих заклинаний, кроме молнии слабенькой и огненной стрелы, нет. Поэтому как-то вот приходится выкручиваться с воинами. Атаки из них так себе. Ну ладно, потерял минотавров, что делаешь? Что не делаешь уже? Так, что у нас в городе творится вообще? Это мне уже строить, не знаю. Ладно. Тут уже, блин, сложно будет драться сейчас. Высокую угрозу-то я, наверное, не потяну. Так. И что мы будем делать? Мы возвращаемся в город опять, да? Больше тут никак не проникнешь, кроме как через этот гарнизон. Или тут можно пройти? Нет, вон тут прохода нет. Прохода нет, и вот этот мне еще не посещено. Ладно, возвращаемся в город. Смотрим, что у нас тут. Гильдия воров, чертоги, шепота. Все это ерунда. Кстати, неделя кончается, сейчас мы переночуем. Да, опыт удваивается очень вовремя. У меня уже все прокачаны герои.
Так, ну и сейчас я думаю, вот этих может быть как-то. Сколько их вообще стоит нанять? Да 20 тысяч. Чего себе. Это нелепые войны, конечно, не выглядят так нелепо. Чем их сделали вообще, как? С какой целью? Блин, не туда. Вот так вот. Все, пошли. Теперь у нас армия гораздо больше. Так, вот как до тут добраться побыстрее? Мы до сюда. Через этот вход, может быть. Где тут вход-то был? Только вот здесь. Или через верх. Через верх так-то будет нормально. Там как раз зайду в улучшение. Улучшить минотавров. Так, нет. Тренировочный лагерь. Улучшаем минотавров. Через конюшню идем в гарнизон. Так, что у нас угроза? Средняя, да? Средняя уже лучше. Идем воевать. Быстрый бой нам поражение насчитывает, но мы с этим не соглашаемся. Будем драться до последнего. Посмотрим. Ух ты, тут, конечно, их не так уж и мало, в принципе. Блин, еще волка боевой дух. Не очень-то удачно. Так, ослабление на этих ребят. Снимаем обратку с волка. Отлично, боевого духа нет. Это уже хорошо. С этого братку, наверное, снимать-то не стоит сейчас. А, нет, у волка не бывает обраток, я забыл. Волки всегда отвечают на удар. Болельщиков всегда прямой выстрел, что затрудняет. Так, что же делать, что же делать? Думаю, добить вот этого. Контратака здесь все-таки будет. Ладно, все-таки кавалериста будем бить. Блин, 10 штук отняли. Ну, можно, в принципе, вот этого. Так, что мы можем сделать? Лик страха. Атаки ближнего боя выбранного дружественного отряда. Он стреляет рыжих сил бежать в страхе на две клетки, вместо того, чтобы нанести один удар. Ну, давайте лик страха тогда. Делаем, чтобы не убили его. Вот, неплохо. Раньше я почему-то не пользовался этим ликом страха никогда. А так-то полезная магия, как оказалось. Теперь надо как-то добраться до этих двух товарищей. Ждать надо, пока стену эту верно разрушит. Но она что-то... Ну, нормально она разрушила. Очень удачно. Так, на них еще ослабление-то висит? Нет, уже не висит. Надо срочно ослаблять.
В этой миссии вообще гарнизоны делятся на два вида. Два типа. Неберущиеся и трудноберущиеся. Блин, Минотавра сейчас убьют. Сколько у него хп? 16 осталось хп у него. Нет, все-таки не успеют убить. Кстати, сейчас реальный шанс проверить, не сломалась ли атака. Нет, не сломалась. Только у того героя сломалась атака. У этого все нормально. Все, заканчивали бой. Скрипом, конечно. Очень много воинов в пяти потерял. Так, и... Кстати, тут армию элементарий набрать. Тут повсюду вот эти стоят нанималки. Может быть, этим побегать тогда элементарий понанимать. О, вышел герой на полянку. Что тут у нас? Смертельная угроза. Ну да, в принципе, все понятно тут. Если что, придется опять вернуться в город. Так, все-таки хочу сюда дойти. Бежит он по мою душу, да? Придется мне бой провести, видимо. С этой гарнизона. Так, тут у нас что, торговец. Но прежде чем он дойдет, я успею тут диверсию устроить. Три шахты мне надо отвоевать. Будет. Разграби. А, нет, тут за один ход не получится. Блин. Три хода надо потратить. Ладно, сейчас у нас будет осада гарнизона. В принципе, тут можно автомат включить и сидеть ждать. Потому что тут без шансов, очевидно.
Отлично. Что нам предлагают? Так, он до меня дойдет, наверное, за два хода. Если он еще пойдет ко мне. Я так понимаю, он пойдет. А куда он делся? Куда он делся-то? Телепорт, что ли, использовал? Что за ерунда? Ладно, буду ломать голову. Пойду бить ковров. Так, не нравятся мне потери. Придется повоевать. Так, в одной линии становиться тут не рекомендуется ни в коем случае. У них пробивной выстрел. Все дела. Сразу ослабим от этих ребят. Чтоб сильно не зазнавались. Тут, конечно, дальность мне помогает. Три. Сюда вот. И того, кого мы не ослабили, того бьем стрелком. Блин, а у них взрыв есть. Я что-то об этом не подумал. Ну ладно, бог с ним. Одного ментавра все-таки потеряли. Возможно, и второго сейчас потеряем. Я думаю, кстати, тут свиток с молнией, который у меня есть, он как раз нужен для того, чтобы преодолеть эту смертельную угрозу. Хотя не знаю. Сделал, надо было отойти. Ну ладно, сейчас попробую. Минотавр тоже что не доходит. Может, боевой дух сработает. Нет, не сработал. Ладно, минотавром тогда заканчиваем. Вот нормально, получше стало. Ну отлично, сейчас мы ладно, пусть будут такие потери. Маска ассасина. Так образовался союз, словно сливки в чайнак. Взаимовыгодный, многообещающий. Не хватало лишь капельки меда. О, я опять о напитках. Отвлекся. После набега на шахты магов, Вайрон и Малвин позаботились об уликах, указывающих на бойцов Империи. Тем временем Аджит и его приспешники распускали слухи в тавернах и говорили с людьми. «Далековато на юг забрались солдаты Империи», — шептали одни. «Да, говорят, их интересуют шахты магов», — вторили другие. «Да, это было просто. Все любят послушать историю после тяжелого дня. А что может быть интереснее сплетен и слухов?» Хорошие слухи распространяются так быстро, что их не опередить. Быстро, как лесной пожар. Так, что у нас за маска ассасина и почему она досталась Вайрону? Не успеть к боевому духу вражеских существ, да? Кстати, сапоги почему-то я не передал. Надо было тоже передать. Ну ладно. Так, что у нас там с квестами там? Осталось перебить отряд сильванов и древних энтов. Но я так по коже и не нашел эту печать там. Рыжую печать. В городе мне уже строить абсолютно нечего. Только вот эти бесполезные штуки. Ну, а гильдия воров так построена на всякий случай. Она мне особо информации это не даст полезной. Герои 2, вот у них стражи какие-то там. Так, ну что ж,
Я думаю, что на поиски печати я отправлюсь в следующий раз. Это была первая миссия, все еще не пройденная, за Лигу Теней. Всем спасибо за внимание, спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Всем пока.